Всем привет, друзья! Вы на канале Clay Hobby, с вами Влад. И сегодня я хочу сделать обзор моих работ на больших платформах. А перед началом видео проверьте, если вы подписаны на мой канал. Ну что ж, мы начинаем. Обзор я хочу начать с вот такой вот подделки из игры Kick the Body. Эту подделку я лепил очень давно, так что она не очень красиво смотрится. Подделку Kick the Body я сделал из дерева. Спасибо, что досмотрели, переходим дальше. Дальше у нас вот такой вот постройка на Хэллоуин, это можно понять по надписи. В углу я слепил сено, на которой сидит вот такая вот кукла. Также я слепил череп, а возле него вот такой вот тыкву с большой шляпой. В левом углу я слепил зомби в кладбище. А в правом углу я слепил паучок и также голову Фрэнка и смерть с косой. Переходим дальше. А далее у нас вот такая вот работа в честь игры Clash Royale. Как вы видите, здесь расположены две короны красных и синих цветов. В правом углу я сделал магический сундук, а в левом гоблина с дротиком. Также по центру у нас стоит трофей эликсиром. А также я хотел слепить вот такой вот мешок золота. Переходим к последней. Вот это последняя, между прочим, самая красивая на сегодня. Эту подделку я делал в честь 2020 года. В левом углу у нас стоит вот такие вот сани Деда Мороза с мешком и с большим подарком внутри ней. Далее у нас идет вот такая вот красивая елочка с подарками. Ну а по центру наш любимый Дед Мороз с подарком в руках. Конечно же, для Деда Мороза я сделал вот такой ковер с карамелькой. И в правом углу у нас стоит снеговик с баннером, который показывает, что наступил 2020 год. Если вам понравился данный обзор, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А также, если вы хотите видеть эти посты на моем инстаграме, переходите по ссылке в описании. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и всем пока.